Здравствуйте. Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Послезавтра в Красноярске начинает работу 14-й Красноярский экономический форум. И сегодня об этом событии мы будем говорить с кандидатом экономических наук, профессором, директором Института экономики управления и природопользования СФУ Евгенией Бухаровой. Евгения Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Борисовна, как вы считаете, все-таки каковы основные задачи вот на именно Красноярского экономического форума? Ну, вы знаете, вообще говоря, рамка, конечно, это формирование стратегии. И стратегия готовится несколькими, в общем-то, группами специалистов. Но в процессе подготовки стратегии все участники пришли, в общем-то, к одному мнению. Одна из ключевых проблем развития, современного развития – это проблема государственного управления. Угу. То есть парадигма, то есть тот ресурс, который был заложен в конце 90-х, начало 2000-х годов, и тот, в общем-то, пул нормативно-правовых актов, которые оформили существующую систему управления, значит, он выработал свой ресурс. Это абсолютно естественно. Меняются условия, меняются внешние факторы, и необходимо изменение, внести изменения, корректировку именно в стратегию государственного управления. Это связано и с механизмами, это связано и с налогообложением, охватывает все вопросы. И если вы посмотрите на программу форума, то большая часть вопросов в той или иной части, они все равно выходят на вопросы государственного управления. Это не значит, что тотальное государственное управление, но государство должно создавать условия для развития бизнеса, для развития социальной сферы, для развития образования. И круглые столы, мозговые штурмы, обратите внимание, на этом форуме очень много мозговых штурмов. То есть фактически это попытка поиска каких-то новых, таких нетривиальных решений. И вот тренд, который сейчас складывается, который связан с проектным управлением, это тоже попытка создать новые механизмы управления для того, чтобы повысить эффективность. Для того, чтобы эти решения можно было согласованно реализовывать, начиная с федерального уровня до уровня поселений, это необходимо проговорить, это необходимо, значит, обсудить, найти какие-то новые ходы. Но самое главное, что это будут реализовывать люди. И они должны эти проблемы понимать вот вообще во всей своей там остроте детализации. Угу. То есть, по сути дела, ведь на форуме же присутствуют не только, скажем так, управленцы. Да? Здесь есть и бизнес, здесь есть и ученые. То есть это, по сути дела, такое, знаете, такая попытка выработать какие-то решения в том же самом управлении, которые бы устроили, максимально устроили все стороны. Я правильно понимаю? Ну, понимаете, максимально устроить невозможно все стороны. Важно еще раз, чтобы была, ну, если говорить нашим языком, методологически сквозная идея, начиная сверху донизу. Потому что акторы, интересанты, вот все участники этого процесса находятся на всех уровнях. Но конечным потребителем являемся мы домохозяйство. И мы тоже должны понимать, почему делается то или иное действие, принимается то или иное решение, потому что, ну, мы констатируем, это ни для кого не секрет, мы все решения принимаем в условиях ограниченных ресурсов. Для этого и нужна, по сути дела, стратегия, для того, чтобы как раз понимать, что мы должны сделать в первую очередь, какие важные вопросы должны решить, и какие вопросы мы все-таки должны или можем отодвинуть сейчас на второй, а может быть даже на третий план для решения самых важных сейчас проблем. Да, то есть стратегия задает рамочные условия, а все это перекладывается в программы, перекладывается в проекты, и поэтому обсуждать стратегию, со стратегией все ясно. Но по меньшей мере, понятно, к чему мы должны прийти. И настроить такие глобальные элементы системы стратегического планирования и управления, вот мне кажется, сейчас это одна из ключевых задач. В том числе и Красноярского экономического форума. Именно Красноярского экономического форума. И я уже, наверное, не первый раз повторяю, что вот одна из таких важных характеристик форумов, которые проходят в регионах, то, что появляется возможность приблизить, значит,
теоретические глобальные представления, как мы хотим, кому как, что нужно на местах и как это сделать так, чтобы в конкретной территории был этот самый положительный эффект от различного рода государственных решений, от политики государственной. Вот я от некоторых бизнесменов в применении к Красноярскому экономическому форуму слышал такое, такое выражение, что для нас Красноярский экономический форум как раз тем и важен, что мы можем напрямую, минуя различные там поездки или какие-то барьеры, там, пообщаться с властью. Мы можем напрямую задать вопросы не только местной власти, но и федеральной власти, обсудить с ними те самые проблемы, которые... Нет, но это движение двухстороннее. То есть одни, есть две стороны, которые фактически обсуждают, имея, значит, вот на руках представление о конкретных процессах, которое происходит, а соответствующим образом федеральная власть на самом деле ну, презентует и продвигает те идеи, которые в целом на уровне страны. И не встретившись, но здесь я бы сказала, что важность не только то, что встречаются представители органов власти, а форумы, вот ценность форумов в том, что на площадках форумов встречаются представители разных сообществ, в частности экспертного сообщества. У экспертов есть, ну, что называется, основная задача и их преимущество, что они могут наблюдать со стороны, не будучи погруженными в процесс и не задействованы с точки зрения цели и эффективности каждого процесса, насколько он, вообще говоря, сбалансирован, насколько он обеспечивает устойчивое развитие и насколько, вообще говоря, он работает на те цели, которые поставлены. А еще раз повторяю, цель одна – обеспечить качество жизни вот конкретному человеку, конкретному домохозяйству. То есть у нас получается так, есть одна заинтересованная сторона, как бы, которая видит взгляд один, да, то есть, допустим, власть, есть другая заинтересованная сторона, которая видит взгляд бизнеса, и есть эксперты, которые могут посмотреть на эту систему со стороны и сказать... Что ребята не стыковки. Да, вот найти те самые, потому что все равно так иначе... Нет, важно вот сейчас на стадии, когда идет формирование стратегии, именно сейчас вот все такие нестыковки значит, определить. Ну, дьявол скрыт в деталях. Детали можно выяснить только непосредственно сталкиваясь с процессом, сталкиваясь с людьми, которые его реализуют, и с потребителями, которые получают, потребляют продукты той или иной деятельности. Евгения Борисовна, еще так понимаю, накануне форума, это, вот, скажем так, предплощадка форума, пройдет международный конгресс «Сибирский плацдарм», пройдет как раз на базе Сибирского федерального университета. Там будет несколько конференций. Вот все-таки какие цели преследует сам конгресс? Ну, вы знаете, на самом деле, я считаю, что это была очень такая продуктивная идея, которую в свое время выдвинул президент Сибирского федерального университета Александр Викторович Ус. То, что такие масштабные конференции, если есть форумы, которые обсуждают ну, фактически условия и практику управления, практику там, прогнозирования и планирования, то конференции должны быть, в общем-то, предвестником. Потому что на конференциях все-таки там фокус смещается на научное обоснование, на осмысление подходов к решению проблем, теоретических зачастую подходов, но без этого, без теории и методологии вы, конечно, никаких решений правильных не выработаете. И поэтому первая конференция, которая, она была конференцией, это было 4 года назад. И тогда фокусом этой конференции как раз был фокус, связанный с пониманием взаимодействия с Востоком, так называемый «восточный вектор». И, кстати, там появился этот термин «восточный вектор». Вот. Это была небольшая конференция. Ее попытались вмонтировать прямо в структуру форума, но вот проблемы практикоориентированные, которые на форуме, они захлестнули, в общем-то, такую постановку. И потом эта конференция 2 года подряд шла, что называется, вот в преддверии. Мне кажется, Красноярский форум тем и отличается. То есть у него очень такая хорошая палитра мероприятий, знаковых мероприятий. Ну, во-первых, мы первые были, которые сделали молодежную площадку.
Угу. Теперь вся страна, молодежные площадки, штампует. Второе, это вот конференция, и в этом году она уже не конференция, а конгресс, потому что она объединяет 4 конференции. Угу. Одна конференция, это связано непосредственно с проблемами экономики и управления в 21 веке. В стране и в регионах. Конечно, фокус на сибирские регионы. Вторая конференция – это газ и нефть Сибири. Как бы мы ни хотели, но в ближайшие десятилетия финансовое благополучие у нас будет обеспечивать, конечно, углеводороды. Но обсуждение вопросов не только, значит, решение освоения, но и вопрос, как, отталкиваясь от этого, перейти на инновационные рельсы развития, угу. Как дать импульс развитию новых отраслей. Значит, это, в общем-то, фокус этой конференции. Третья конференция, она сейчас, в общем-то, эта тематика является одной из приоритетных в стране. Эта конференция связана с проблемами Арктики. Вы знаете, что у нас территория Красноярского края входит в арктическую зону, есть указ президента. Совсем недавно прошел арктический форум масштабный. Значит, но вопросы, что называется, проекции на территорию. При этом у нас уникальная территория. У нас есть в арктической зоне Норильский промышленный район, который, значит, не только, значит, создает нам финансовый щит страны и края, но и создает экологические проблемы не только в Арктике, но вообще говоря и на окрестных территориях. Вот. И в этом направлении, конечно, очень большая работа идет. Но осмысление, что делать и какие последствия. Потому что в университете очень сильная школа, которая связана с климатом, а фактически кухня, погодная кухня – это арктические районы. Вот. И очень важная конференция – это практики развития. Она связана с формированием, с проблемой формирования человеческого капитала, в частности, в образовании. И в образовании, вот начиная от дошкольного, заканчивая высшим образованием. Поэтому те рекомендации, которые будут получены на этих, в рамках форума этих конференций, они, в общем-то, зачастую становятся элементами, уже оформляются как элементы принятия решений в целом и в регионах, и в России. Спасибо большое за интервью. У нас в гостях была кандидат экономических наук, профессор, директор Института экономики, управления и природопользования СФУ Евгения Борисовна Бухарова. Всего доброго, до встречи.